Ежегодный международный форум молодых мастеров пера и слова торжественно стартовал в городе над Бугом. В этот раз количество желающих попробовать свои силы и научиться создавать качественные материалы уверенно перевалило за сотню. Молодые люди в трепетном ожидании новых знаний и, конечно же, новых эмоций. Как участвовать, так и быть организатором этого мероприятия одинаково интересно. Готовить задания для студентов. Что дает неделя журналистики? Во-первых, это опыт, бесценный опыт, это знакомство. Конечно же, подготовка молодых кадров во многом зависит от собственного желания юношей и девушек развиваться и идти вперед. Однако, бесспорно, неоценим в этом случае и вклад в воспитание талантливой молодежи со стороны наставников. Сегодня в их числе и педагоги, и опытные журналисты, имеющие в своем творческом портфолио не одну сотню материалов и интересных случаев. Ежегодно мы поддерживаем это мероприятие, потому что молодым журналистам очень важно сегодня научиться понимать, зачем они создают тексты, зачем они создают сюжеты. За каждым сюжетом, за каждым материалом должна стоять мысль. Каждый из них должен понимать, зачем они это делают, для чего они делают этот посыл обществу, каким-то службам, ведомствам. Ну и хотелось бы научить их находить темы вообще в повседневной жизни. Каждый раз мы находим какие-то изюминки. И в этот раз город ожидает медиа-расследование. Называется оно, правда, не секретные материалы, но кто знает, какие секреты откроют наши юные журналисты. В этом году неделя расширила свою географию очередной раз. Добавились участники из Елецкого государственного университета имени Ивана Алексеевича Бунина. И традиционно к нам приезжают наши москвичи из Московского авиационного института. В этом году в числе соорганизаторов форума выступило и представительство Россотрудничества в городе Бресте. Вместе с педагогами университета работники учреждения проводили конкурс, приуроченный к 20-летию единения Беларуси и России. Итоги творческого состязания были подведены во время официального открытия традиционного форума. Необходимо постоянно говорить, рассказывать о том, что это такое, что Белоруссия и Россия – два этих дружественных народа, народа, которые идут от одного корня, они всегда и во всем едины и будут вместе. В программе фестиваля большое количество мастер-классов от маститых акул пера белорусской журналистики – Сергея Мисиюка, Оксаны Брович, Анны Петроченко. У молодых авторов есть отличная возможность получить компетентные ответы из первых уст и оценить свой потенциал в таком непростом, но очень креативном деле, которое носит название «журналистика».